Всем привет! Вы на канале Даник Джуниор! Друзья, у меня для вас очень хорошая новость! Появилась новая свеженькая серия Лего Сити Океан! Это про водолазов и исследователей! Самый основной набор в этой подводной серии — это вот эта вот большая трехмодульная подводная база исследователей. Вот такая вот исследовательская подводная лодка. А вот здесь маленькая субмарина. Ну что же, да. С какого набора ты хочешь начать? С этой большой подводной базы. То есть сегодня, да, мы будем собирать ее и покажем ее нашим зрителям, да? Да. Итак, встретимся после сборки. Собрано! Ну что же, ребята, смотрите, что я собрал. Здесь есть главный центр, где перерабатывается кислород для акванавтов. Так, ну я буду задавать тебе вопросы, окей? Да. Так, значит, у нас есть три основных модуля, да? Давай, значит, про этот первый мне очень интересно узнать. Я думаю, нашим зрителям тоже. Да, это самый интересный модуль. Ты думаешь? Да. И чем же он интересен? Ух ты, он отсоединяется, как, да, отдельная субмарина, да? Да. Круто. А ты думал, папа, зачем этому модулю турбины? Значит, давай-ка рассмотрим его поближе. Внутри есть... Слушай, внутри еще водолаз сидит. Вот это да. Водолаз акванавт. Я хочу обратить внимание на костюм. Он очень интересный. Так, давай фигурку поближе рассмотрим. Маска просто шикарнейшая. Сейчас увидим. Секундочку. Угу, да, действительно. Ну, сразу видно, что такой костюм, он такой укрепленный. Маска очень серьезная. Да. С фонарями, да? Какой-то вверху камешек остренький не пробьет. Впереди, я вижу, есть кабина. Здесь, где сидит оператор. Кабина, я думаю, открывается, да? Да, конечно же. Мощное такое круглое стекло. Так. Значит, ну, в принципе, с этим модулем более-менее все ясно. Я вижу, здесь есть кислородные, да, баллоны. Да, вроде это бы специальные, это не кислородные баллоны, это специальные такие бочки, когда надо всплыть, туда помещают воздух. Ну, да. Это я еще с детства смотрел. Видишь? Это я еще с детства знал, когда смотрел фиксиков. Так, теперь давай мы рассмотрим другие модули. Да. Так, значит, он может отсоединяться, если нужно, к примеру, сделать экстренную эвакуацию. Если в центре что-то произошло, то эти два модуля могут отсоединиться. Я покажу первый. Так, давай. Этот модуль для отдыха. Здесь уже отдыхает этот... Как интересно, слушай, получается, акванавт после рабочего своего дня здесь отдыхать, да, может, да? Это какое же давление на тело человека и организм? Это же просто невозможно без специального и мощного костюма. Обязательно, без костюма, да, также без специальных процедур, да? Там, да, у них есть целый ряд важных процедур, кстати, всякая декомпрессия и так далее. О процедурах. Здесь еще есть такой маленький центр. Так, а это у нас, можно это сказать, доктор. Медицинский отсек. Это как бы доктор, но в то же время и ученый. То есть это женщина. Да, она помогает. Смотрите, ребята, здесь есть шприц. Так, можешь оценить этот модуль? Давай его поближе мы рассмотрим. Внимание, отсоединяется модуль номер 3. Он тоже может отдельно плавать, да, если нужно. Кстати, ребята, я кое-что хочу заметить. На Давай. Крышках написаны цифры этих модулей. Ну да. Номера тут... номер 3 и номер 2, а то номер 1. В общем, там есть, как ты говорил, там шприц, в общем, различные... Аквариум, здесь есть шприц с инъекцией. Ну что же. Теперь, я думаю, можно все модули собрать воедино, да? Да. Вот так легким движением руки. Да, но не очень легким, потому что здесь не очень удобно их присоединять. Тут надо
тетенька так сделать. Нужно немножко приловчиться, да. Правда? Я хочу показать. Но, кстати, извини, что перебью тебя. Я помимо моделей заметил, что у тебя есть еще вот этот маленький подводный дрон, да? Да. А, у него, да, у него есть, да. Кстати, вот, вот такие клешни, которыми он может что-то брать. Например, даже вот этот, если нужно убрать вокруг, убрать территорию вокруг базы, дрон справится с этим на раз-два. Давай посмотрим, как работает оператор. Вот и так забирает. Это. Забирает. Круто. Видите, друзья, как здесь все функционально и продумано. Хорошо. Также в наборе есть акула-молот. Да. Вот такая. О нет, папа, смотри, ската придавила камнем. Что? Поблизости есть акванавт, пусть он поможет ему. Сейчас я ему помогу. О, какой тяжелый камень. Давай, давай, дружище, постарайся. Не получается, надо звать на помощь. Выдвигаюсь. Аккуратно, ниже, ниже. Погружаюсь. Осторожно, оператор, не зацепи его крюком, чтобы не принести ему еще больше ущерба. Так, аккуратненько. Так, все. Он свободен! Так, доктор почти на месте. Так, посмотрим. Нужно сделать обезболивающий укол этому скату. Только очень аккуратно, а то он может ударить током. Ему еще болит крылышко, надо, чтобы зажило. Да. А он пока будет жить у нас на базе. Да, мы его поместим в специальный, специально отведенное место. Да, вот для... здесь. Прямо под базой. В общем, мы будем за ним присматривать, да, Даник? Чтобы кормить его и ухаживать за ним. В общем, друзья, вот такой вот интересный набор. Подводная, исследовательная, научная, океаническая база. Сегодня мы хотели с Даником вам показать. Да, в следующих сериях будет история. Обязательно. И два новеньких набора. И напишите в комментариях, хотите ли вы обзор на большую лодку. Да, если вы хотите, обязательно ставьте лайк, да. Обязательно напишите закажем комментарии. И мы с папой закажем по интернету, потому что в наших магазинах его нету. Ну, может быть, где-то есть, но мы посмотрим. Ну, скорее всего, нужно где-то будет искать. Ладно, с вами был Даник. Мой папа. И вы были на канале Даник Джуниор. Мы уверены, что вам было так же интересно, как и нам. Всем до новых встреч. Пока. Ставьте лайк и подписывайтесь. Всем пока-пока.